Среди гор и лесов течет река, у той реки есть берега, друг друга любят те берега, но между нами течет чепца. Вот так и люди, как берега, между нами наша река. Как же их помирить, чтобы вместе быть? Вот сколько тепловозов было, все, везде раздельные пункты были, а здесь же сейчас уже до Нового доехал, и все, больше нигде не обогнаться. А так было на Пойме, на Боево, на Новом. Поезда шли так, двойной тягой всякой. Все шумело, возили. А сейчас это все пародия. Ну все разобрали, от Коринторфа и до Нового сейчас. Там все, там тупик, и тут тупик. Закрыто. Это уже не дорога, это так. Трамвай. Ну а что, не так что ли? Если это прикрыть, и все. Без хлеба умрут. Отощают. А так, видишь, какие добрые парни. Вот, как на друзьях. Я на практику приехал. Ну, в общем, лет-то мало было. Ну, работать с движением нельзя было, там с 18, а мне было где-то лет 16 в 61-м году. Ну, вот прикатился я на практику, но, правда, сам местный, но просто мне некуда, в другое место меня бы никто не принял. Ой, тоже все это. Ну, вот тепловозное депо здесь, в Коринторфе. Там, наверное, слесаря 3-4 есть. Вот. А раньше было народу, ой-ой-ой. Ну, вот. Начальник один, наверное, там, Коля только и все. Или мастер еще есть там. Вагонное депо было, ну, в 61-м. Там оно было, по-моему, в 61-м его и перекинули в это, Кирово-Чепецк. А сейчас, слышу, обратно его перекидывают. Ну что, вагонов нет, чего тут ремонтировать? Остались только пассажирские, грузовые, ну, по-моему, все продали. Или на Прокопье сплавили. Там все равно продать будет. Я на первый раз и последний по нему ехал в январе. До моста доехали на автобусе, нас высадили. Автобус прошел, мы прошли, сели на автобус, дальше поехали. Так зачем такой мост нужен? Его сделали какой-то горбатый там, это, не знаю, чего, кто-то умное вроде делали, но по-глупому сделали. Его осенью затопило этот мост. Вы все в газетах пишут, прославились. Вот нигде таких мостов нет, как у нас. Ну, тут много. Бывает, и по рельсам ездят на машине. Видишь ли, жизнь заставить такую. По мосту проскакали, а здесь сам Бог велел. Особенно милиция, ну и когда очень хочется. Сейчас самый интересный момент. Загори чего-нибудь на поселке. Все. Пожарные у них нет, но одна машина ездит, по-моему, в автогараже там у них спрятана, или две в них. Попробуй заболеть там, на сюда тащить, без этой тоже никуда. Вот только как дорога жизни, чего? Перекроет и все. Вот так и люди, как берега, между нами наша река. Как же их помирить? Среди гор лесов течет река, у той реки берега, друг друга любят те берега, но между ними течет чепца. Вот так и люди, как берега, между ними наша река. Как же их поделить?